Игра Факторио. Если присмотреться к ней, она будет интересной. Загружаю игру. Сыграно времени 11 часов 11 минут. Версия Факторио 0.17.52. Год сейчас 2019. Построил нефтеперерабатывающий завод. Танки с хранилищем. Вот. Сколько-то у меня в танке помещается? 25 тысяч жидкости в одном танке. 10 танков у меня для легкой нефти, 10 танков для тяжелой нефти. Я делаю геологическую взрывчатку. А где она? Вот она. 19 штучек есть. Сейчас я сделаю... Я пойду сейчас на свою базу. Так, тут мне поставлю на всякий случай защиту. А у меня нет ничего с собой, но и не надо. Так, рубить уже я не буду впустую. Только целевая вырубка деревьев будет. Хватит уже развлекаться. Потратил кучу времени на вырубку деревьев. Минут, наверное, 10. Разрядил тропинки. Прорезал в лесу. Сейчас мне надо запустить производство стали, запустить производство рельсов, запустить производство земли. Угля сейчас добавим в печки. Да, заканчивается. Не хочу я конвейер подводить с углем, это геморройно. Так лучше. А зачем мне столько угля здесь? Ой, забить печки там немножко надо, несколько стеков. Ну то они мигают, видно, какую загрузил углем, какую пропустил. Так, я тут загрузил, я тут загрузил. Я тут загрузил. О, и сюда. Ну вот, 600 угля всего лишь потратил. Все работает. А внизу у меня там печки еще есть с кирпичами. О, работают. Стены, кирпич. Загрузим. Загрузим. Что, полный кирпича, что ли? О, как много кирпичей у меня. Пока хватит. Так, строительный мой набор заберу. Так, уголь сброшу. Он мне не нужен. Сундуки. Да, строительный набор. Сундуки. Уголь не нужен, уголь не нужен. Дрова не нужны. Так. А, вот так. Так, это не надо, это не надо. Что я набрал? Всякую ерунду. Так, камни мне не нужны, дерево не нужно. О, это мне тоже не нужно. Это тяжелая броня не нужна. Ну, защита, значит, от всего вида урона 30%. И от яда 40% защита. Вот почему все-таки я не умер тогда. Рыбками отпоился, отъелся. Так, это мне не надо. Так, трубы. Так много не нужны. Так, запасные возьму. Пушки мне нужны. Закончились. Чтобы пушки сделать, нужно железо и медь. Медь возьму. Вот эту. Железные слитки сейчас поищу в сундуках. В этих сундуках нету. Возьму отсюда. Ой, многовато. 56, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 45. О, стек пушек будет. Патрончиков. Патрончиков у меня 232 штучки обоим. Все-таки не буду я красные эти делать. Или буду, не знаю. Сделаю. Сделаю. Они эффективнее.
Пом-пом-пом-пом-пом-пом. Сюда поставлю. Фабрика есть? Фабрика есть. Вот так вот. Вот так вот. Стальные. Ух. Сталь, медь нужно подвести. Подведем. Не проблема. Так, а этот сундучок. Сюда. На загрузку. Как-нибудь. Пусть будет здесь сундучок. Я не знаю, зачем он, правда. Пригодится ли он? Не знаю. Засуну все патроны вот эти. Нет, они мне пригодятся так. Не буду. Подведу. О, сталь нужна. А сталь-то я не произвожу еще. Так что нет. Продолжу пока производство простых желтых патронов. Это потом. Конвейеров есть? Ну да, 3000 конвейеров. На что-то хватит. На все хватит уже. А, поставлю солнечные панели. Пока мимо бегаю. Их уже штук 200, наверное, сделано. 167. Да, немало. Тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Вот так у меня будет поляна. Поляна с батарейками. Столбики надо сделать деревянные. После пушек. Да, много крафта вручную пока. Старт игры, потому что играю недолго, всего лишь 11 часов. Как люди за 8 часов проходят, удивительно. Но я прошел в паре с другом. Вот мои достижения. Самое сложное достижение — пройти за 8 часов. Вот это вот достижение предпоследнее. И секретное достижение с дельфинчиком. Спасибо за рыбку. Называется достижение с дельфином. Вместо спутников в ракету засунуть рыбу. В слот для спутника. Вместо спутника засунуть рыбу. И запустить ракету. Игра не будет пройдена, но достижение будет получено. Мне нужна геологическая взрывчатка. Или не нужна. Пусть жуки обходят эти скалы. Правда, мне тоже надо будет их обходить. Тун-тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун-тун. Да когда закончатся эти панели? Ух, как у меня их много. Стало. Отдаляю масштаб, и звук затекает от событий. Ой, сколько у меня их много-то. Ух. Ну все, экономия угля будет бешеная. О, как у меня их много, больше 200 получается. И и не производится, железо закончилось. Почему-то. Вот так вот, быстренько. Не тратим время, не прицеливаемся. Попал, попал. О, а тут ты чё? Так. Сколько осталось? 4 столбика. Столбов не хватает, какой кошмар. Пушки делаются. Дерево сейчас возьму, сделаю столбов.
Медь есть. Камни мне здесь не нужны. С углем. Нет, без угля. Просто камни. Камни не нужны. Пойду за деревом. Наделаю столбиков деревянных еще. Бойлеры будут отдыхать. А что они не работают? Ха! А потому что все производит теперь у меня солнечные панельки и все электричество. Днем. Теперь надо аккумуляторы, чтобы ночью аккумуляторы отдавали электричество накопленное в течение дня. Столбики. Сколько я их сделаю? 300. Это из стали делается. Не знаю, делать их, не делать. Дорогие. Сколько стали, я забыл. Стоит 5 железа, по-моему. 5 железа. И этот столбик всего лишь стоит половину медной пластины. А этот столбик стоит 12 железных пластин. И еще 2 медных пластин. Но не расходуется дерево. Ну, для деревянных столбики лучше ставить. Остальных пока надобности нету. В столбах. Так, пойду панельки свои обеспечу столбиками. Не скоро это будет. А где панели? Потерял. А, вот они. На юге. Поставить защиту, наверное, надо. Не, жуки будут. Если панель в красной, загрязненной зоне, то жук, если наткнется на эту панель, будет ее атаковать. Вот так вот поставлю. Там скалы. И на юге поставлю пушку. Пушку у меня теперь много. Накрафтил. Потратил железо. Что там за звуки? Дождь сильно идет. Бьет по крыше. Крыша магазина за окном. Второй этаж. Провод. А, нет, не наступил. Пакетами завалили провода мои. Провод от моего микрофончика завален пакетиками. Так, пушки заканчиваются. В крафте. 8 секунд. Каждая пушка. 5-8, 40 секунд. За 5 пушек. Ну и все эти панели понадобятся в будущем. Многие тысячи нужны будут. А ядерное топливо можно будет тратить на что-нибудь другое, не на электричество. О, появились панели быстрого доступа. Ай, что тут у меня? Все. Провел электричество. Фантастика. Где-то у меня загрузка панели солнечный процентов только на 10 или меньше. Так вот, если посмотреть. То есть панели эти солнечные, вот это количество панелей, сколько их у меня тут написано? 241 панель.
Они могут давать в 10 раз больше энергии. Ну, 241 умножить на 60, это 12 мегаватт или 120 мегаватт получается. 120 мегаватт. Ну так. Днем. А ночью? Ну, ночь она короткая. Здесь, на этой планете. Чему железа нету? Уголь же я сделал. Жуки вроде не нападали. Сейчас посмотрим. Производство встало. Или я что-то пропустил? О-о-о-о-о. Конвейер жуки сломали. Наверное. Железо не поступает. Какой кошмар. Почему? Посмотрю. Так, это все. Я что ли нажал кнопку? По ошибке. Я кнопку по ошибке нажал. Когда успел? Не помню. Поехал! Ру. Навожу мышку, клавишу R нажимаю с шифтом. И поворачивается конвейер. Так, и посмотрим на том депозите железном, что происходит. Ну, тут все хорошо. Железо идет потихонечку. Майнеры работают на всю катушку. Видно. Угу. Небольшое количество майнеров. Долго еще? 476, 2000. 2000. Ну, еще недолго. 4000. 13000. 3000. 11000. Ну, два больших майнера у меня с большой загрузкой. Они останутся, я их снесу. И останутся, я их снесу. Потому что я сделаю уже более тщательное строительство здесь. Устрою. Чтобы все железо собрать. И всю медь. Ну, медь не нужна. Железо. Чё, майнер пустой? Ну, пустой майнер. Надо снять. И это здесь пустой. Ну, как они освобождают тут? Быстро. И этот. Вроде ставлю... Ну, их столько не надо. Так, дальше сталь. Производство стали пойду налажу. Так, конвейер уберу. Лишний. Желтый. Да, пусть будет так все. И производство стали, чтобы сталь сделать, нужна мне фабрика, конвейеры, все есть необходимое. Так, это могу сюда засунуть. И транспортный робот это забрал бы у меня. И отнес, долетел бы до сундука, положил бы в сундук. Но у меня нету этих роботов транспортных. Так, производство стали. В первую очередь. О, по конвейеру побегу. Конвейер быстрый. Ту-ту-тум. А, чтобы сталь производить, мне нужна печка стальная. Сколько мне их надо? Пум-пум. Сколько мне стали надо производить? И куда ее девать? Два. Три. Четыре. Пять. Пять печек будет. В печку нужно засовывать уголь. Сундуки, что ли, поставить? Дуки поставлю. Стальные. 4. 5. Это загрузка угля. Немножко угля отнесу. Надолго хватит. Так, загрузка теперь. Железо. И выгрузка самой стали. Пока не знаю. А, куда ее девать? Не могу придумать. Ладно, с выгрузкой потом что-нибудь придумаю.
Сейчас загрузка железа. Так, хватит. Инзертеры. Давай, работай, инзертер. Без электричества, он говорит, я не буду работать. Проведем мы тебе твое электричество. Когда же у меня электрические печки-то будут? Не скоро. А вот они. Электрические, а нет. Электрические печки где я не вижу? В дереве технологий. А-а-а! Как же они у меня еще не скоро будут? Они у меня в сетке крафта-то есть? Нет, нет. Пока остальная печка только. А где же они здесь? Электрические печки у меня. Вот. Синие бутылки нужны. 250. Нет, синие бутылки я не скоро сделаю. Сначала серые бутылки. Эффективность стрельбы и все такое. Так, сюда тоже электричество надо для тех майнеров. И загрузка угля. И все. Куда эту сталь девать, не могу что-то придумать. А, на патроны. Вроде хотел. Ну да, на патроны. Сейчас я бегу куда? Не понимаю. Так, железо у меня снова полно. А, за углем я бегу. Так. Ну, вот это количество я распределю. Нет, возьму побольше. Чего уж, раз уж пошло, раз уж пошла такая пьянка. Угу. Вот. Ну вот это количество угля 5000. Значит, у меня 5000 разделить на 50. 5000 разделить на 50. Пятерки сокращаем. 1000 разделить на 10. Сотня. У меня 100 слотов. 10 на 10 квадрат. Загружаем. Сундуки. 5 сундуков. 1000. А, 5000 разделить на 5. По 1000. А, вот как можно. Они сползают из инвентаря. Вот так. Так. Вот так. По два ряда. Все. Вот, сталь у меня производится. Куда ее девать? На... Я этого еще не решил. Ну, по сотне накопится в каждой печке. Теперь надо настроить производство рельс. А, рельсы. Рельсы. Потом землю построить. Из чего я буду делать рельс? Ну, надо возвращаться. Все, бойлеры стоят у меня, бесполезные. Вот недостаток бойлеров был в предыдущей версии игры. В том, что бойлеры днем работали,
и производили энергию для того, чтобы заряжать аккумуляторы, которые были установлены в электрической сети. Несмотря на то, что достаточно энергии могли вырабатывать солнечные панели. Приоритет был у бойлеров. Бесплатная солнечная энергия, получается, экономилась, а уголь тратился, топливо тратилось. Ну, на чем бойлеры работают? Уголь, дерево, еще что-нибудь. Твердое топливо есть еще. Да много чего горит. Столбы тоже горят, по-моему. Да. Так, где мой инвентарь? Ой, где я? Что я, где я? А, вот патроны. Я их потерял, вот они. Сколько тут? 3000. Ой, заблудился. Уголь здесь. А значит, мои вещи здесь. Все. Что мне тут лишнее? Не знаю, что мне пригодится, что не пригодится. Фабрики можно сделать еще. Фабрик мало. 20-ка. Так, инзинтеров 2 стайка. Много. Рыба есть, стен нету. Вот, немножко сен беру с собой. А че ярлык-то? Пуф, я взял кирпичи вместо стен. Вот ярлык-то не изменился. Не нужны они мне. Убрать. Куда теперь убирать? Кирпичи набрал. Полные карманы. Я пошел за стенами и на всякий случай. Стены возьму. С собой буду таскать. Если в инвентаре есть место, почему не потаскать с собой камни? Я бегу теперь налаживать производство рельсов. Я на бумажке записал себе шпаргалку. У меня в плане рельсы, потом земля, потом уже серые научные военные комплекты. Бутылочки серые. Ну что, конвейер съедет немножко от панелей. Больше места надо. Производство рельсов. Ой, как интересно. Железная дорога пойдет у меня. Камни, сталь и железные палочки. Железной дороги мне нужно неограниченное количество. Много тысяч единиц. 1010. Значит, ресурсов не понадобится. Так. Если 10 тысяч, то 5 тысяч железных пластин сюда. Сюда 50 тысяч железных пластин на сталь и камней. Немало, значит, конвейер длинный получится. Я буду руками таскать сырье. Какое сырье? Сталь? А камни? Сколько камней надо? Один камень. Нет, я руками буду таскать. Все сырье, кроме железа. Вот железо идет по конвейеру. Я его подведу. Вот, остальное отнесу. Это надолго хватит. Того, что я отнесу, хватит надолго. О! Путаю. Фабрика. Конечно, фабрика с палочками железными. Как они там, стержни железные. Iron stick. Угу. Электричество подведу, сейчас заработает все. Давай, давай, работай. Так, и сундуки. Два сундука поставлю.
Или одного сундука хватит? Сейчас же инвертеры умные стали. Раньше инвертеры были глупыми. Нет, два сундука для того поставлю, чтобы больше была емкость. Камни сюда накидаю. Сюда накидаю. Забыл. Стали. О! Нет. У нас сталь рядом. Я ее буду на конвейере. На конвейере подводить. Опа-па. Вот так вот. И камешки останется возить руками. И шачок будет таскать. О, конвейеры закончились. Один конвейер где-то надо взять было. Ах. Да, кстати, я стал реже кашлять. Наверное, компьютер положительно влияет на здоровье. Так. Подземные конвейеры есть. Сплиттеры есть красные. Вот эти конвейеры наберу. О, несколько сотен. В легкую, а? У меня их 2000 еще осталось. И 800. 2800 конвейеров. Желтые есть? Желтые есть. Оп. Заглядение. Смотрите, как автоматика умная у меня работает. Сейчас закончится то, что в сундуке. И конвейер заново поедет. Заново поедет. Ну что же он не едет? Работает же. Долго делается. А, ладно. Побегу по делам. Сколько еще панелей? О, еще 37 готово. Ну, уже не надо. Ну. Инвертеры, давайте, работайте. Конвейер наполнился. А рельсы? А, ну камни. Сюда камни накидаю. 48 стеков. Место есть для камней. В двух сундуках отнесу. Будет два сундука стоять. Потому что у меня тут больше 48 стеков. А у меня камни-то есть? У меня камней нету. Надо майнеры. Срочно. Где камни потерял. Наверху. На севере. Майнеры ставить, камни добывать. О, были камни с собой. Как сделать майнеры? Подскажите, вот так. Может, готовые есть где-то? Я собирал же их. И сделать из сырья еще надо будет. Посмотрим в списке товаров и услуг. А там, о, я на юге могу уже радар поставить. Я же ушел далеко туда, на юг. Майнера здесь нету. Нет, недалеко. Еще чуть уеду. Вон туда, куда-нибудь сюда. Так, так, этот радар в центре у меня пусть будет. О, этот радар открывает потихонечку мне территорию. Самый дальний. Так, тут у меня куча нефти. 1822 количество нефти. О, железо еще 1 миллион. Что еще ценного? Куча меди 9 миллионов. Тут 600 тысяч меди. Вот так мне радар открывает территорию. А этот радар что открывает? Ничего не открывает. Этот радар мне полезен для того, чтобы я наблюдал, работает ли у меня тут что или не работает. Он уже карту здесь не открывает. Все открыл. Точнее, ничего не открыл полезного.
Камня 2 миллиона. Сырья полно. Только захватывай территорию и удерживай позиции. Политика. Ик. Мушек много, всего много. Так, я за... Майнер. Куда-то я убежал, не туда. Ой. Ой. Уголь где у меня производится? А, прошел мимо. Прошел мимо. И шаги слышны. Приблизился масштаб. Шаги слышны. Я сюда пришел, вот зачем. Майнеры. Я ищу майнеры электрические. Я же их складывал где-то. Не могу найти. Придется делать. А тут? Тут нету. Ставил, что ли? Значит, я их ставил. А, вот они. 24 штуки у меня их. Не увидел. Ай, какая досада. Побежали. Слепой, однако. Да, зрение у меня не очень, очков так и не купил. Очки нету. Экономлю на очках пока что. Надо делать очки. Линзы не хочу носить. Да и глаза у меня видят по-разному, с разной... Как это? Разный фокус. Разные диоптрии. Майнеры. А майнеры... А зачем я сюда прибежал? Мне нужно к камням. Камни. Так, на севере от меня. Бегу на север. О, бойлеры стоят. И я их снесу потом. Ну, это не скоро. Когда я сделаю много аккумуляторов, и эти аккумуляторы будут накапливать много энергии. Эта стена... Это нельзя сносить. Что-нибудь я придумаю. Так, майнер поставлю сюда. Майнер для камней только. Просто камни собирать. Так. Так, компактненько. Чтобы все собрать. Уже. И сундуки поставлю на каждый майнер. И будет у меня уже скоро много железной дороги. Это вот так. Это вот так. Чтобы ничего не пропустить. Сундуков хватит? Хватит. И электричество проведу, и будет много камней сразу. Геологической рычатки у меня полно. Я уже смогу скоро построить железнодорожную станцию. Две железнодорожных станции, да? Станция погрузки, станция... выгрузки. Заранее надо поезд ставить, потому что пока он наполнится и начнет... О, сюда сундук поставить. Пока он наполнится и даст эффект, нужно ждать долго. Потому что 20 вагонов длина моего поезда будет. Большой поезд, значит, меньшее число. Значит, ну, больше будет перевозить за один раз и экономить топливо таким образом. А топливо у меня будет экологическое, экологическое такое. Биотопливо называется дрова. Поезда будут ездить на дровах. Со скоростью 200 км в час. 4 локомотива будут тащить 20 вагонов грузовых. А, и сюда надо майнеры. Как же я не заметил. 2 майнера. И 2 сундука. И... один столбик деревянный. Достаточно. Что, соберем камни? Время собирать камни. Ой, тут камни есть. 44 штуки. Здорово я собрал. Камни я набрал. Так, эти собрал. Эти собрал. И дальний. Оп! 500 штук. На 1 километр железной дороги.
У меня будет железная дорога с двусторонним движением. Не кольцевая. Пока что. И каждый участок железной дороги может использоваться любым поездом. Ну, да. Любой поезд сможет проехать в свою очередь, используя сигнализацию, то есть светофоры. Так, и железную дорогу мы будем складывать сюда, в сундучок. Давай, производись, железная дорога. А пока у меня производится железная дорога в больших количествах. Уже 16 метров есть. А вот это расстояние у меня где-то метров 200 или 300. Вот это на метров 300. 400. И железную дорогу я, пожалуй, протяну вот к этой железнодорожной станции. Тут у меня скалы серыми. Серыми квадратиками скалы я всю уберу. Все эти скалы я уберу с помощью взрывчатки геологической. И так пойдет железная дорога. Вот отсюда. И здесь будет железнодорожная станция. Вот в этом месте. Как я ее назову? Load. Загрузка. Iron. Паровозик поставлю. Для красоты. Почему нет? Где он? Где красивый паровозик? Не вижу. Вот он, красный локомотив. Локомотив можно красить. Любой цвет можно давать локомотиву. И у него есть имя собственное. Переименовывать нельзя. Одного километра хватит мне, чтобы протянуть железную дорогу и запустить поезд. И дров полно, уже насобирал. Руками нарубил. Следующий план у меня. Так, рельсы я зачеркиваю. Земля. Землю надо делать. А чтобы землю производить... Так. Нужно отдельный конвейер. Как-то делать, я не знаю. Вот здесь я буду землю производить. Поближе к источнику. Вот у меня камни. Угу. Вниз. Значит, производство земли будет у меня масштабироваться с юга на север, сверху вниз, туда, вот туда буду расширять производство, если будет мало. Итак, ставлю фабрику. О, я вроде много хотел построить фабрик. Заканчиваются уже. Землю буду делать. Вот она. Просто из камней она делается. Не нужны печки. О-о-о. Тут нужны стек-инвертеры, я думаю. Уже. Их очередь настала. Железо. Сделаю несколько штучек. Потому что земля делается из большого количества камней. Угля нет, наверное. Ну, точно. Ну, соберем. Сколько у меня тут камней? Много? 630 тысяч. Почти 1000 камней. Можно собрать. 700 тысяч. Хватит на все печки. Пустой? Майнер пустой. А печка не пустая. Не понял. А, не помещается. Ладно, сейчас потрачу немножко. А этот майнер тоже пустой. А это можно убрать? Можно. Так, ну что, уголь потратим. Пару стеков. Пум-пум-пум. Тык. Все, уголь лишний. О, 700 штучек осталось. Много я истратил.
угля. Так, это уберем, чтобы не мешало понимать, что здесь происходит. Так. Майнер, который не шевелится, я убрал. Еще один он не шевелится. Выработал. Куда я иду? Я строю землю. А, я делаю землю. Сейчас буду накидывать. А, нужны стек-инзертеры. Вот они, 6 штучек. Сейчас я начну делать. О! Они требуют много ресурсов. Кучу ресурсов. И времени. Да еще и пластик нужен. Для их производства. То есть нефть. Пластик делается из нефти у нас. Из газа. Петролиума. О, музыка какая. Какая музыка в игре Факторио? Ну что, камней много? Камней много. Полный инвентарь. А, уголь надо выбросить. Уголь скинем. Камня наберем. Отнесу. Где-то тут он полный. Чё же мне говорить, что я полный? Парором полный. О! 1500 почти камней. Это уже 2500 километра железной дороги. Это очень далеко. Это где-то вот сюда можно уехать на поезде. Или даже вот сюда. Если землей закидать воду, можно проложить будет железную дорогу в воде. Но там много жуков. Я их уже без лазерных турелей. И потом лазер. После серых бутылок лазер. Записываю. Лазер буду делать. Хватит ли у меня ресурсов? О, 800 метров. Железной дороги. А, опять не добегу. Долбаные 5 инзертеров. Стек инзертеров так долго делаются. Ай, заснуть можно. О, бойлер до сих пор не работает, хоть уже и ночь. Потому что не до конца стемнело. Если стемнело не до конца, солнечные панельки продолжают работать. Нет, сейчас стемнело. Уже не работают. Но как только начинает светать, панели солнечные начинают потихонечку производить солнечную энергию. Вот здесь на графике справа показывается. Вот такие вот черточки. Вот, синяя полосочка у нас справа, на графике справа, это производство энергии солнечными панелями. Вот, уже светает, уже солнечные панели начинают производить энергию. Вот, 2 мегаватта уже они производят. О, не помещается так инзертер. Потому что камни-то я. Проблема. А теперь? А где стек инзертер? Я получил сейчас сообщение, что нельзя, некуда положить стек инзертер. Потому что инвентарь полный. Ну, значит, он упал на землю или где он? На карте нарисовано? На карте не нарисовано. Не, странно. И крафт не остановился у меня вот этот ручной. Очень странно. Сколько у меня их всего, значит, инзертеров, стек инзертеров? 6. Вроде как и надо. Как я и вроде заказывал. Вот так вот. Это у меня камушки. А, я ж конвейер хотел проводить. Теперь. Сюда-то. Да, над конвейер. Это все бред. С сундуком. Ну, это ладно, пригодится.
Но надо конвейер подводить. Я для этого поближе подбежал к источнику. О! Камни ты. Нет, все камни я сброшу в сундук. Чё-то я их не скинул-то. И подведу конвейер. Конвейер у меня 900 метров есть. Подземных много. 31 штука. Сплиттеров полно. Это я все поудаляю. Сундуки не нужны уже. Да-да-да-дам. Бля-ля-ля. Ой. Бум-бум-бум. Поехали, давай. Нам ничего. Никакие препятствия. Опять тут смс. Тык. Так. О, ой, бойлеры мне, паровые турбины мне тут не мешают. Как-то я мимо прошел. А, нормально. Я думал, будет сложнее. Все, камни подъезжают. Сейчас электричество подведу. Тут недалеко. Все, подвел электричество. Земля пошла. Нет, сюда нужен стек-инвертер. Куда сувать? Том-том. Том-том-том. Земли надо много. Я это знаю. Ну, нет, так это слишком много. Вот так. 4 сундука полных. Будет не скоро. А поиск камнями поставлю. Да, планы у меня волшебные. Так, соединю логическим проводом уже это читается, сколько в сундуке чего. Если камни ко мне нет, то этот инвертер работает. А так он в первую очередь будет выгружать камушки отсюда. А, инвертер. Все, заработало. О, одна земля за 20 камней. Да, нужна куча камней. Ну, увеличу я количество фабрик все-таки. До... Не знаю, сколько мне их надо. Вот так пусть будет. Да, пусть будет так. Много. Конвейер не справится. Не, конвейер все равно не справится. Я вот такие буду. Стек-инвертер не надо. Конвейер не потянет такое количество камня. Чу-ру-ру-ру. Просто зажал кнопку мышки. И у нас все это делается. Сюда тоже конвейер. В сундуки все будет загружаться. Ой. Провожу электричество опять. Деревянное электричество провожу. Все. А. О, вот так. С этим я закончил. Немножко безопасности добавим.
34 обойма желтая. Со стороны жуки, со стороны воды жуки не побегут они. Тут же жуков нет. Так, жуки могут с юга пойти. Но их тут пока нет на горизонте. Где у меня база-то? Где у меня радар на базе? Что-то я запутался. Я здесь радар снял? В базе. А, я на базе радар снял. Зачем-то. Ну и ладно. Это у меня главная база первая. Тут что я помню? А, это лаборатории мои научные. Так, ладно. Землю я зачеркиваю. Теперь производство серых бутылок буду налаживать. А потом... поезд. Потом лазеры. Нет, или сначала лазеры. Потом поезд. Нет, сначала поезд. Поезд железа и поезд камни. Два поезда будет у меня. Стрелочку. Я на бумаге просто пишу, чтобы не забывать. Потому что на следующий день приду, забуду, что я планировал. Буду вспоминать. Буду новые планы рисовать. В уме. Вот. Этот стек взять я заработал. А! Камней мало. Камней мало, потому что вот так все происходит. Ой! Надо было тот сундук загрузить-то. Чё ж я? Загрузим. Это лишний камень. Или туда отнеси. О, 1000 камней я отнесу. Будет много железной дороги. О, он быстро производится. Ну, километр есть. Напомните мне, что я хотел. Вот пришел. А, увеличить поток камней. Что-то по одному. Несерьезно. Уберу я стек-инзертер. Нет. Мне нужны здесь стек-инзертеры. Все. По два камня будет хватать. Каждый синий инзертер. Хватит этого. О! Тут камни закончились, я вижу. Ну, их было мало. Ничего страшного. А, зря убрал конвейер. Так, эти камни надо все убрать, эти сундуки. Да. Оп. Пошел камень. Так, этот камень. Угу. Ну, отнесу в сундук. Ух, натаскал. А, в железную дорогу пойдет все. Что-то, мне кажется, слюна попадает в гортань мне. Не могу ее сглотнуть. И она мне щекочет горло. Или крошка какая-то попала. Хлеба я не ел. Что попало в горло? Что-то щекочет и кашляется. Ей, надобывал я камней. Железной дороги будет очень много. Километры. Как и хотел. А пушки есть у меня? Пушек нет. Сейчас у меня будет. Останется. Придут жуки, у меня не останется. Ничего. Так. Так, и один у меня паразитирующий должен быть сундучок для стали уже. Время пришло ему. Сундук-паразит собирает сталь. Для крафта мне.
Нарисую, чтобы не заблудиться. Нарисую. Что здесь? Сундук со сталью. Вот так вот. Вот. Буду знать. И железная дорога у меня здесь. Ну уж все нельзя, не получится на карте все отметить. Плотно нельзя на карте ставить вот эти обозначения. Но можно писать. Не обязательно картинку ставить, можно писать через запятую. Да, кстати, это идея. Камни, камни, камни. Конвейер. Так, это я удалю, это я... Сколько можно таскать? Так, последний раз хожу к железной дороге. И остальное тащу на производство земли. Это у меня эти фабрики размельчают камни. Превращают их, видимо, в песок. Ой, где железная дорога? Потерял. Ой, где камни? Здесь камни. Все, сюда камни больше не буду таскать. Полно уже. Железной дороги. О, стали нет. Ну, конечно, теперь сталь сюда будет собираться. Но ничего, это временно. Наполнится сундучок. И производство железной дороги возобновится. Скоро наполнится сундучок. Через час. Ну, я могу расширить производство стали. Все железо пустить из конвейера. Есть смысл в этом? Может быть. Ну, масштабировать я могу, место есть. Расширять производство. Так, значит, земля есть? Земля есть. А, конвейеры. Конвейеры, конвейеры. Сейчас посмотрим, сколько у меня земли. Бегай, бегай, чувачок. Как-то он ноги, коленки раздвигает, когда бежит. Смешной такой. Голова у него вправо-влево. Я бегаю, у меня голова ровно. Так, а. Так. Так. О. Опять-таки. Ладно, конвейер. Вот так. Еще конвейер. Еще конвейер. Так, некоторые конвейеры у меня работают как надо. Ну все, мне уже камни так-то не нужны. Для крафта камни мне... Те камни, что есть в сундуках, достаточно для крафта мне. Ручного. Он как быстро производит. Стек-инвертер вот здесь полезен. Вот, быстренько выгружает. Ну и низкие затраты энергии на производство земли. Потому что 0,5 секунд. Один блок земли. Полсекунды. Так. Количество камней увеличивается потихонечку. Ай, ладно. Ой.
Так. Так. Так, и вот здесь. Ты ведь не мог попасть. Все, эти конвейеры пошли, затора нет. Вроде все камни попадают на конвейер. Затора камней нет. Где у меня еще лишние камни? Так, все выкину. В сундук. Все, в сундук. Везде конвейер поставлен на камни. Так, и поезд с углем. Нет, поезд с углем не нужен. Мне угля хватит теперь надолго оставшегося. Депозит 200 тысяч угля. И тут недалеко миллион угля. Этот уголь у меня на конвейере поедет. Без поезда. Надолго хватит. На производство пластика. Ой, а поедет он куда, этот уголь? Сюда? О-о-о. Да, конвейер. Ничего страшного. Оп. Быстро камень перерабатывается, однако. Так, я у меня сундуки с камнем. Сундук с камнем. И тут сундук с камнем. Все, все в конвейеры. А, тут не проедет. Тут проедет. Ой. Итак. Все. Они все работают у меня. Так, а здесь что делать? Кирпичей количество увеличивать? Не, не нужны они. Полностью, ну хватит. Еще добавлю. Зачем мне тут? Ой. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Вот так. И вот так. Все, весь этот депозит каменный у меня будет переработан в землю. 157 тысяч. Это ненадолго. Быстро все это произойдет. О, сейчас мы увидим, как остановится майнер. Осталось 5 единиц камня у него. Вон, с краешку стоит. Один. Встал. Убрали. Все, конвейер уберу. Оп. Так, на конвейере заторы нет нигде. Быстрый конвейер, хорошо. Сколько майнеров? Много майнеров. Сейчас я посчитаю, сколько майнеров. Главное, кнопку не отпустить. 14 майнеров работает на камнях. Ой. И все они перерабатываются успешно. Я уверен. Посмотрим. Да. Все камни перерабатываются. Раз, два, три, четыре. Пятью фабриками. А эти лишние фабрики. Ну, 300 единиц земли. Ну, уже что-то. Уже маленький земляной мостик можно где-то в море провести. Через пруд какой-нибудь. Если в этом будет смысл. Где-нибудь перешейк можно будет засыпать землей. Так. Теперь я пошел налаживать производство серых бутылочек. А потом... Сколько я играю? Больше часа. Фантастически время идет, как быстро. Так, серые бутылки налажу производство. И буду отдыхать время. А время сейчас сколько? 8. Да, надо будет отдохнуть. Не знаю, поделать что-нибудь полезное. Не знаю, правда, что. Ой, камни надо сбросить. Сколько железной дороги?
1600. Хорошо. Сколько у меня солнечных панелей? 138 штучек. Очень много. Камни сброшу сюда. О, тут уже ничего нет. Быстро уходят. Ну, какой длина у меня тут конвейер. Исправим. Напишу. А как железная дорога на английском языке? Знаю. Очень просто, одним словом. У нас двумя словами, а у них одним словом. Rails. Рельсы. Что у меня тут еще поблизости? А, ничего. Так, вот здесь поставлю производство серых бутылочек. Ох, это... Нет, подальше. Это у меня сложное производство. Неизвестно, сколько места тут понадобится для масштабирования. Серые бутылки. Дорогие. На одну бутылочку нужно 4 железа. Нет, больше. Так. 5 плюс 9, 14, делим пополам, 7 железа на одну серую бутылочку. За один производственный цикл производится 2 бутылочки сразу серых. Поэтому я так считаю, гранаты, красные патроны и стена. Ой, камни нужны. Ох, сложно как. Не зря, не зря. Я боялся. Итак, фабрика с красными патронами сначала. Нет, сначала вот это. Загружу. Так, фабрика с красными патронами пойдет. Здесь. Это и это. Сюда много всяких ингредиентов надо. О, это длинная будет у меня вереница. Так. Итак. Красные патроны поедут сюда. Конвейер сразу буду ставить, какие знаю. Оп, 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 война! Я прям вздрогнул. Война начинается. О, а тут ничего нет. Радар ничего не показывает. О, а у меня война здесь. Вот приближусь к темному краю, поставлю радар. А раньше ставить не буду. Не хочу. Но поставлю уже 3 пушки и стену. Здесь где-нибудь. Весь смысл, да? Стена небольшая. Раз уж напали. Один раз. Ну нет. И раз уж напали, побольше патронов. Поменьше. Жалко, они сломают пушку, и все патроны испортятся, а у них сейчас не так много. А это значит, надо увеличить количество патронов срочно. После бутылок. Сейчас запишу на бумажке. Так. Итак, возвращаюсь к конвейерам. Красные патроны сюда пойдут. А здесь у меня... Подождите, что у меня... Желтые патроны. Желтые патроны сюда пойдут. Так, немножко инвертеров. Так, 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 так. Так, красные патроны, так. Желтые патроны. Железо.
Сейчас эти три фабрички я... Две фабрики. Вот эти я сейчас загружу сырьем. Медь надо подвести. На конвейере, конечно. Ох, неужели конвейером бутылки придется везти туда? На север? К лабораториям? Далеко. Но роботов транспортных нету. Все-таки лучше было бы транспортным роботом. Хоть и расходует энергию на транспортировку. Но не надо было бы строить множество конвейеров. А, я могу один конвейер использовать для двух продуктов. Да. Точно. Половину конвейера буду использовать для серых бутылок. И половину конвейера для синих бутылок. Скорости конвейера достаточно. Так. Красная обойма. Медь и сталь надо провести. Сначала медь. Ставлю ярлычок, чтобы ориентироваться. Проведу медь сюда. О, вот она. Она у нас доехала уже. Ой. Нет, я таких поворотов не люблю. Неудобных. Вот так. Медь доехала. Теперь... О, не туда. Я еще не туда приехал. С этой медью. Вот так вот. Сюда. Угу. Медь приехала. Сталь теперь. Где-нибудь рядышком поедет. Как мне ее здесь сделать? А, с помощью ветвления. Поехали, поехали. Под землей. И на земле. Ой, так. Эта сталь у меня поедет. О, доехала. Здорово. Неожиданно. Медь, сталь. Здесь... Сырье есть. Сюда теперь какое сырье? Только железо. Найдем железо. А чё так плохо едет? А, вот так она едет. Ок, три конвейера. Ой. Наверное, вот так лучше. Это мы удалим. Это мы поставим. Все, осталось повести электричество, и все заработает. И останется только масштабировать. Добавлять автоматически. Просто не глядя, добавлять. Чего не хватает. Вот такую проведем электрическую вышку. Опа. Не хватает у нее радиус маленький действия. Все. Так, красной обоймой сделал. Для производства серых бутылок. Теперь мне сюда нужны гранаты. Ой, гранаты-то! Делаются из взрывчатки красной. Она делается у меня из серы и угля. А, из железа и угля. Поскольку производство бутылочек всех научных непрерывное,
Бесконечная. То есть не только непрерывная, еще и бесконечная. А сюда зачем я? А здесь зачем у меня конвейер? Ой, инзертер. Не помню. Зачем я его поставил? То надо все подводить конвейеры. Конвейерами. Руками, ногами не бегать уже сюда. Так, ставлю фабрику с гранатами. Железо, уголь. Ну, железо не проблема, а уголь надо будет тянуть издалека, наверное. Уголь где? О, боюсь даже представить, откуда я буду тянуть. Это вот здесь легко будет. У меня было 200 конвейеров красных, а теперь осталось 800 было, а осталось 200. Ну, как я их много израсходовал, конвейеров. Слава богу, конвейеров у меня много. Так, теперь уголь. Откуда же его тащить? Ой, издалека. Ой, издалека. Где конвейеры? Возьму их еще. Вот они. Сколько у меня их? О, 4000. 4000 конвейеров. Много. А зачем мне столько железа? Где я его набрал? Что-то исправил, что ли? Набрал железа много. Скину я железо лишнее. Где попало. Возьму один стек на всякий случай. Так, стек инзертеры не нужны. Буду искать потом, но я их сейчас скидываю все равно. Так. И мне нужно сейчас... А, уголь тащить надо. Издалека, вон откуда. Куда едешь, дружок? Все переделать на конвейер буду. Тащу конвейер. Вниз, до воды. Ой. Сейчас я быстренько. Материала есть много. Ой. Оп, ошибка. Вот откуда у меня железо. Ошибки допускаю. Ладно, повернем. Объедем воду. Это у меня конвейер для угля, не забыть. Пока буду ехать. А куда я утяну буду вспоминать? О, тут подземный. Большое расстояние я делаю между фабриками специально, чтобы можно было, чтобы заранее я не знаю, не могу рассчитать, что понадобится поставить, построить, провести. Поэтому сейчас вот я имею возможность, не меня, не переставляя какую-либо фабрику, довести конвейер. Тут будет уголь у меня. О-о-о. И поезд с углем тогда. Надо будет поставить, запишу. 60 вагонов.
и 12 локомотивов, и куча дерева. И дерево надо бы уже роботами собирать. Рубить. Лазерные пушки нужны, все нужно. Так, это камни, а уголь там. Так, что мне теперь с этим углем делать? У меня его тут полно. Ой-ой-ой. В общем, весь уголь буду перебрасывать. Так, сюда сброшу все, что у меня в инвентаре. Все сундуки буду ломать. Чё? Пикает. Что ты будешь делать? Полные сундуки. Еще сундуки поставлю. Железные сначала. Все в них. Потом в стальные. Куда это уголь девать? Ой. Пикает. Зараза. Ой. Сундуки ставлю. Сюда. Всё, все сундуки я сломал, чувствую. Так, ну этого угля надолго мне хватит. Для чего? Для печек. Пока электрических печек я не сделал. Я их сделаю не скоро. Потому что для производства синих бутылочек нужны исследования. Ой, что-то я все путаю. Для производства, для того, чтобы построить электрические печи, нужно сделать исследование с помощью синих бутылочек. Вот что я хотел сказать. Так, все, уголь выкинул. Теперь все на конвейер. А. Вот так вот. Это хаотично. Как это все сейчас? Ну, потихонечку. А он пустой? Не пустой. Так, сейчас поштучно буду разбираться. А, вот здесь легко будет. Просто вот так раз провел. А здесь как? А здесь вверх. Здесь как?
Здесь вниз. Так, уголь поехал, уголь поехал. Здесь. Так, так, так. Все, уголь весь поехал. Затора нет, затора я не вижу. А куда он поехал? Да, все, едет уголь. Кажется, я все сделал с углем. Гранаты у меня производятся. Какой ингредиент еще последний для производства серых бутылочек? Раньше были пушки оборонные, вот эти вот железные, которые пулями стреляли. Так, гранаты производится. Ой. Чё-то я путаю. Хе. Гранаты поедут не туда, а туда. Вот сюда они поедут. А тут у меня вышка. Косяк. Ой. Так, сюда. Гранаты сюда поедут. Теперь стена. Камни надо тащить. Ну что же, я сделаю разветвление. Сплиттер поставлю. Для камней. И буду производить стену. Стена... А, из кирпичей она делается. Из кирпичей. Надо печи ставить. Кошмар. Да, мне нужен поезд с камнем. Срочно причем. Сколько у меня железной дороги? 1700. Ну, потому что сталь собирается в сундук. Это еще будет долго происходить. Да, весь камень уходит. Я сплиттер поставлю. И все будет хорошо. Камень будет распределяться. А куда я его тащу? А! Знаю куда. Туда! Путаюсь. Так, вот это ставлю. Это у меня будут стены. А раньше пушки были для строительства серых бутылок. А теперь стены. Подешевле, что ли, стало? Ладно. Кирпичи. А, кирпичи, значит, нужны. Печи стальные. Есть? Есть 4. Хватит? Хватит. Да, нет, не так. Я же масштабирую, у меня же масштабирование. Одна печка. Сюда будет загружаться уголь, конечно, и камни. Будут кирпичи получаться. Из печки. Все. И отсюда поедет стена туда. К фабрике серых бутылок.
как интересно получается у меня. Тройной пролет. Ой, это лишнее. Так, электричество добавим. Вот так надо настроить все. А теперь конвейер надо будет потом, не сейчас. Не сегодня, наверное. Времени уже много, 8 часов уже вечера. И видео я записываю 96 минут. Полтора часа. Инвертер. Электричество добавлю. О, война, война, война. Ну как страшно. Мне прямо страшно, что сейчас неожиданно жуки прибегут ко мне. Так, сюда подтащу камень и уголь. Сначала камень. Тащим. А. Все, это у меня электричество будет здесь. Теперь угля. Даешь стране угля. Ну, я это уже говорил где-то. Да, заработала машинка. Все, производство серых бутылок запущено. Автоматический режим. Выныривай, стена. Все, все ингредиенты. А гранат что не производится? Должны уже вроде. Что-то я пропустил. Что не делаемся? Железо есть? А уголь? Железо. А! А, вот что я забыл. Все, гранат, поехали. О, поехали. Начались производиться серые бутылочки. Сейчас где появится здесь. И все. И производство остановится, потому что некуда девать бутылочки. Конвейер надо везти до лабораторий. Ох, далеко. Но это уже не сейчас. Отдохну. И, наверное, масштабирую. Ох, ресурсов пойдет много на это все. Сохраняюсь. Останавливаю запись.